Друзья, дорогие петербуржцы, дорогие гости Северной столицы и петербуржцы, 23 октября мы будем для вас играть специальный выпуск нашего спектакля «Письма и песни мужчин среднего возраста». Специальность этого спектакля, как уже сказал Леша, заключается в том, что он слесарь, а на самом деле в том, что впервые мы будем этот спектакль играть с Борисом Борисовичем Гребенщиковым и группой «Аквариум». Приходите обязательно, мы вас очень ждем. 23 октября, Санкт-Петербург, БКЗ «Октябрьский».